Привет, друзья! Здесь Демитков Юрий. Мой канал называется «Как сделать так, чтобы деньги были всегда», и он посвящен созданию источников пассивного дохода. Пассивный доход – это то, что идет к нам, пока мы можем не работать, а деньги идут сами. Это моя мечта, и вот практически она, можно сказать, осуществилась, ну, почти. Дело в том, что сейчас я нахожусь в путешествии с семьей. Сейчас мы вот, ну, мы на машине катаемся в Тбилиси. И пока мы ехали, я наблюдаю, ну, когда могу зайти в интернет, что люди там хотят приобрести мой курс. Мои доходы растут. Я захожу в интернет и могу спокойно совершенно торговать на бирже. На московской бирже, находясь здесь, в Тбилиси, вот я сейчас, видите, вы знаменитый мост сзади. Вот, и недавно мне поступили деньги, вот позавчера от открытия, мой пассивный доход. Сегодня я подписал с Ютубом, что я подписал? Соглашение о том, что, ну, они переводят мне деньги очередные за этот месяц, еще 10 тысяч рублей. То есть, таким образом, я путешествую, а деньги идут. И мое присутствие там не нужно абсолютно. Вот такая мечта. То есть, я всю жизнь таскал бумагу, я всю жизнь работал. И, наконец, вот я решил создавать источники пассивного дохода, и эта мечта уже близка к осуществлению. И я надеюсь, что следующим летом я уже смогу уехать просто на все лето, там, скажем, куда-нибудь в Париж, там жить спокойно совершенно, и а при этом деньги будут идти. Ну, разве это не здорово, друзья мои? Так, это у меня арабы здесь рядом.